бронированный автомобиль «Казак-2М1» принят на вооружение украинской армии в 2020 году. Эта бронемашина создана на заводе НПП «Практика» в Киеве. «Казак-2М1» – это полноценный броневик для выполнения широкого круга боевых задач. Отмечается, что защита «Казака-2М1» соответствует стандартам НАТО. В данном случае под стандартами НАТО понимается станок 4569 Level 2, позволяющий осуществлять защиту экипажа от стрелкового оружия, а также Level 2 по противоминной защите. Броня выдерживает бронебойно-зажигательную пулю калибра 7,62 мм в любой проекции и подрыв фугаса под колесом, соответствующий 8 кг тротила. Бронеавтомобиль «Казак-2М1 4×4» оснащен двигателем объемом 5,9 литра мощностью 280 лошадей. Имеет массу около 14 тонн. Двигатель использует дизельное топливо. Клиренс 500 мм. Максимальная скорость 110 км в час. «Казак-2М1» – это машина военного типа, без рамы, с несущим корпусом монококом, на котором установлена независимая подвеска со встроенной центральной подкачкой шин. Благодаря этому «Казак-2М1» обладает высокой проходимостью, он может ездить по любым дорогам и бездорожью. Вооружение «Казака-2М1» – пулемет НСВ калибра 12,7 мм. Он устанавливается в защищенной турели, обеспечивая прицельную стрельбу на расстоянии до 2 км. Бронемашина рассчитана на 2 члена экипажа и 6 бойцов в десантном отделении.